Вся Европа замерла в ожидании новой войны. Французский император Наполеон готовил свои полки к походу в Россию, не сомневаясь в победе. Его полумиллионная великая армия не знала себе равных. Особые надежды Наполеон возлагал на своего союзника и давнего противника России – Турецкую Османскую империю. Два одновременных удара с запада и с юга России не выдержать. Война приближалась неумолимо, и перед русским императором Александром I стояла, казалось, невыполнимая задача. Прежде чем вступить в схватку с французской армией, необходимо было победить в войне с Турцией. Это была далеко не первая война между Российской и Османской империями, но цена победы в ней была высока как никогда. Поручику Ивану Паскевичу шел 25-й год. И он имел все основания сетовать на судьбу. По окончании пажеского корпуса он стал флигель-адъютантом самого императора Павла I. Но после убийства Павла на престол взошел его сын Александр. И все переменилось. Теперь Иван служил в Брест-Литовске, глухой провинции в Белоруссии. Белорусский генерал-губернатор генерал Михельсон был уже стар и болен. Неужели молодой поручик всю жизнь так и будет мотаться по тылам с престарелым командующим? Ни надежды отличиться, ни возможности завоевать славу в боях. И вот письмо из Петербурга. Государь назначил генерала Михельсона главнокомандующим Южной армией. Официально она именовалась Молдавской. Воспрянул духом немолодой Михельсон, а Паскевич почувствовал, что его мечты могут сбыться. В армии давно говорили, что войны с турками не миновать. В течение 18 века Российская и Османская империи воевали 4 раза. Две первые из этих войн пришлись на царствование Петра I и императрицы Анны Иоанновны. Затем дважды вступала в войну с турками Екатерина II. К 1791 году Россия отвоевала у турок все Северное Причерноморье, включая Крым. Через 7 лет страны заключили военный союз, и, казалось, вражда осталась в прошлом. В сентябре 1805 года русские и турки даже готовились вместе противостоять Наполеону Бонапарту. Однако уже через 2 месяца этим планам пришел конец. 20 ноября 1805 года русская армия потерпела при Аустерлице сокрушительное поражение от наполеоновских войск. И турецкий султан Селим III начал склоняться на сторону Франции. Он закрыл российским судам проход в Средиземное море, а вскоре бросил императору Александру еще один вызов. Сместил пророссийски настроенных господарей Молдавии и Валахии. Молдавия и Валахия. Дунайские княжества. Часть нынешних государств Румынии и Молдавии.
формально входили в состав Османской империи, но как православные страны находились под покровительством России. Согласно русско-турецким договорам, султан не имел права менять господарей, то есть правителей этих княжеств, без согласия Петербурга. Чтобы вернуть Турцию к исполнению обязательств, в октябре 1806 года Александр I приказал молдавской армии генерала Михельсона перейти Днестр и занять Дунайские княжества. Это не было объявлением войны. Присутствие русских войск в Молдавии и Валахии предусматривалось российско-турецкими договорами. Генерал Михельсон успешно выполнил поставленную задачу. Турки не оказали сопротивления и при виде русских войск снимались с мест и отходили за Дунай. Без боя сдались крепости Хатин и Акерман. Чтобы взять Бендеры, пришлось применить хитрость. Пока велись переговоры, два русских полка маршировали под городскими стенами. Скрывшись из вида, солдаты снимали кивера, надевали фуражки и снова выходили к городским укреплениям. Создавалось впечатление, будто здесь собралась многотысячная армия. Комендант крепости, хотя и заподозрил обман, но ввязываться в битву не хотел и сдал ключи от города. Вскоре были заняты Яссы, столица Молдавии. Русские солдаты вели себя образцово, а чтобы не беспокоить обывателей, им даже запрещалось покидать крепость. Генерал Михельсон доносил в Петербург: «Вступление наше в здешний край сопровождается очевидной радостью и удовольствием народа здешнего и духовенства». Преградить путь российской армии попытался лишь наместник одной из османских провинций Мустафа Паша по прозвищу Байрактар, в переводе на русский «знаменосец». Он выступил навстречу русским, но, потерпев поражение, отступил к столице Валахии – Бухаресту. В Бухаресте появление турок вызвало панику. Многие жители искали спасения в окрестных монастырях. Там же укрылись гвардейцы валашского господаря. Турки пытались штурмовать обители, но были отбиты. А к Бухаресту уже приближались русские войска во главе с генералом Милорадовичем. Милорадович Михаил Андреевич. В 1806 году генерал-лейтенант, позже генерал от инфантерии. Происходил из сербского дворянского рода Милорадовичей-Храбриновичей из Герцеговины. Участник суворовских походов и ряда кампаний против наполеоновской Франции. Герой войны 1812 года и заграничных походов русской армии. Отличался отчаянной личной храбростью. Под ударами Милорадовича турки бежали. Байрактар отвел свой отряд в крепость Журжа на Дунае. Кроме Журжи, под контролем турок оставались еще две дунайские крепости – Измаил и Браилов. Остальные территории Молдавии и Валахии были заняты армией генерала Михельсона. На это потребовалось всего два месяца. Тем временем французский посол Себастьяни убеждал султана Селима III, что Россия напала на его владения и угрожает османской независимости. Это давление возымело действие. Султан дал российским дипломатам три дня на то, чтобы покинуть турецкую столицу. Путь к примирению был отрезан. В выигрыше остался лишь Наполеон, которому удалось стравить двух союзников по антифранцузской коалиции. 18 декабря 1806 года Селим III объявил России войну. Зиму Иван Паскевич провел в Бухаресте. Дни шли, но ничего не происходило. Михельсон строго следовал приказу императора – держаться оборонительной тактики.
Товарищи Паскевича сражались в Пруссии против Наполеона. А здесь, в Валахии, царила та же провинциальная скука, что и в Брест-Литовске. Неужели все его мечты о воинской славе были напрасны? Но в начале весны в армию Михельсона пришли подкрепления. Английский флот готовился нанести удар по Дарданеллам и Босфору, а русская черноморская эскадра адмирала Синявина одновременно должна была высадить десант в турецкой столице. Молдавской армии предписывалось отвлечь на себя все основные силы турок. Сдержать такой совместный удар турки бы не смогли. В марте Михельсон выступил к Журже. Ивану Паскевичу, наконец, выпал шанс проявить себя. Ночью колонны сбились с пути. Проводники оказались бесполезны. Тогда штабс-капитан в одиночку помчался в степь на разведку. Его стараниями дорога к Журже была открыта. На подступах к крепости русских уже поджидал неприятель, и разгорелся бой. Сражение было в самом разгаре, когда турки начали заходить русским во фланг и тыл. Михельсон вовремя заметил опасность и ответил контратакой, в которую бросился и Паскевич. Когда сражение закончилось, взгляду офицера открылась жуткая картина. Все поле было усеяно мертвыми телами. Только теперь его охватил цепенящий ужас и понимание, что такое война. Через месяц пришел высочайший рескрипт о награждении Ивана Федоровича Паскевича орденом Святого Владимира 4-й степени. Но крепость Журжа оставалась неприступной. Тем временем к турецким берегам уже подошла британская эскадра. Вопреки договоренностям, английский вице-адмирал Джон Дакворт не стал ждать подхода русского флота. Союзники-англичане не очень хотели, чтобы в Константинополе высадились русские. Корабли Дакворта прорвались через пролив Дарданеллы и бросили якоря в 8 милях от османской столицы. Дакворт предъявил Селиму III ультиматум – передать Британии весь турецкий флот и контроль над проливами. Переговоры с англичанами возглавил французский посол Себастьяни, который фактически руководил обороной Константинополя и на уступки идти не собирался. Турки хорошо укрепили город, установив артиллерийские батареи по берегам пролива. Дакворту не удалось ничего добиться, и его эскадра с потерями отступила, не дождавшись эскадры Синявина. Синявин Дмитрий Николаевич. Русский флотоводец. Адмирал. Участник сражения у мыса Калиакрия, закончившегося поражением Османского флота, и других походов эскадры адмирала Ушакова. Блестяще проявил себя в войне против Турции. В 1813 году отправлен в отставку, но затем возвратился на службу в чине адмирала и был назначен командующим Балтийским флотом. Для самостоятельного удара по турецкой столице у Синявина сил было недостаточно. Тем не менее, русская эскадра подошла к проливу Дарданеллы. Синявин с боем захватил турецкую крепость на острове Тенедос, создал там базу и блокировал пролив. Константинополь зависел от морских поставок продовольствия. Теперь подвоз хлеба в столицу резко сократился. Александр I снова предложил Селиму III принять русские условия и заключить мир. Тот колебался и затягивал переговоры. Султан еще не знал, что дни его власти
сочтены. Селим III взошел на престол с намерением провести серьезные государственные преобразования, но столкнулся с яростным сопротивлением знати. Сильное недовольство встретила его военная реформа. Обучением солдат теперь занимались европейские офицеры, а корабли новейших образцов заказывались во Франции. Янычары, регулярная пехота Османской империи, видели в этом угрозу своим привилегиям. Янычары вместе с сипахами, тяжелой конницей, и акынджи, легкой конницей, составляли основу турецкого войска и гвардию султана. Часто выполняли полицейские, охранные, пожарные и карательные функции. Считались рабами султана и жили в монастырях-казармах. Долгое время им запрещалось жениться и обзаводиться хозяйством. Помимо военного искусства, янычары изучали каллиграфию, право, теологию, литературу и языки. Изначально набирались из детей христиан, но позже в янычары брали и детей мусульман. Со временем они стали обзаводиться семьями, заниматься торговлей и превратились в консервативную политическую силу. В мае 1807 года в Константинополе вспыхнуло восстание. Янычары ворвались во дворец и низложили Селима III. 12 его министров были казнены на месте, а их отрубленные головы выставили на всеобщее обозрение. На престол мятежники возвели двоюродного брата Селима, Мустафу IV, который немедленно известил русских представителей о разрыве всех контактов. С надеждами на мир пришлось расстаться. Русская эскадра по-прежнему охраняла морские подступы к Константинополю. Нехватка продовольствия вызвала в городе беспорядки. Русские высадили десант на острове Лемнос и захватили там несколько судов. Султан терял контроль над Восточным Средиземноморьем и приказал любой ценой прорвать блокаду. Турецкий флот двинулся к Дарданеллам, но был разбит. Через месяц, 19 июня 1807 года, турки попытались взять реванш. Возле полуострова Афон они вступили в сражение с русским флотом. Обе стороны имели по 10 линейных кораблей. Но турки располагали еще и 5 фрегатами, 3 корветами и 2 бригами. У русских моряков было свое преимущество – высокая боевая выучка и отношения морского братства, созданные Синявиным. В упорном бою они заставили спустить флаг один из адмиральских кораблей противника. Затем отсекли от основных сил линейный корабль, фрегат и корвет, турок, и загнали их в Афонский залив. Турецкие командиры отдали приказ сжечь свои корабли. Афонское морское сражение окончилось одной из самых крупных побед в истории русского флота. Попытка снять блокаду турецкой столицы провалилась, а успех Синявина прогремел по всей Европе. Военные действия шли и на Кавказе. Отряд графа Ивана Гудовича нанес поражение османам под Арпачаем, хотя 20-тысячный турецкий корпус почти в 3 раза превосходил русских по численности. Эскадра контр-адмирала Семена Пустошкина взяла Анапу. Турецкая угроза на Кавказе была на время ликвидирована. Но основные события развернулись на Дунае. 40-тысячная османская армия переправилась на левый берег реки и двинулась к Бухаресту. Навстречу им с небольшими силами выступил Милорадович. И 14 июня 1807 года встретился с турецким авангардом усиления Абилешти. Войска противника атаковали первыми, но, получив яростный отпор, отступили на правый берег Дуная. В армии рассказывали, что после сражения Милорадович увидел среди раненых гусара, пострадавшего в бою, и поинтересовался, сколько у него ран. 17, ответил гусар. Генерал тут же отсчитал ему 17 червонцев, по 1 за каждую рану.
Сам Милорадович был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость и спасение Бухареста». Русского генерала встречали с восторгом. Каждый день в городе давали балы и устраивали праздники. Однако расположенные на Дунае турецкие крепости не сдавались. Попытки взять Журжу не привели к успеху. А осада Измаила продолжалась уже четвертый месяц. Взятие Измаила некогда принесло громкую славу графу Суворову, но затем по мирным договорам крепость возвратили туркам. Штабс-капитан Паскевич, состоявший теперь в корпусе генерала Мейндорфа, ждал приказа о штурме знаменитой твердыни, чтобы испытать военное счастье. Приказ действительно пришел, но совсем не тот, которого ждали в войсках. Михельсон велел корпусу возвращаться в Бухарест. Причина такого поворота разъяснилась очень скоро и многих просто ошеломила. Как оказалось, в Тильзите император Александр заключил с Наполеоном мир. Друзья и враги, все поменялось местами. Военные действия против Османской империи прекратились. В местечке Слободзея начались переговоры о перемирии. Генерал Михельсон умер, не дождавшись их окончания, и командование над молдавской армией временно принял генерал Мейндорф. Слободзейское перемирие было заключено в августе 1807 года. Главными условиями стал вывод русских войск из Дунайских княжеств, а также возвращение Турции кораблей, орудий и боеприпасов, которые были захвачены в ходе военных действий. Барон Мейндорф уже отдал распоряжение о выводе войск, но тут поступило сообщение из Петербурга. Александр I счел, что условия соглашения неприемлемы, и отказался его ратифицировать. Мейндорф был отправлен в отставку. Вывод русской армии из Валахии и Молдавии приостановлен. Все вернулось на круги своя, с единственным отличием. На фронтах наступило затишье. Но Османскую империю продолжало лихорадить. Мятеж против нового султана Мустафы IV возглавил грозный знаменосец Мустафа Паша Байрактар. Заговорщики возвели на престол его брата Махмуда II. Великим визирем стал сам Байрактар. Через 4 месяца разгорелся новый мятеж, теперь уже против Байрактара. Бои охватили весь город. Горели дома, на улицах стреляли и рубились саблями. Военные корабли палили по городу. Байрактар укрылся в каменной башне. Чтобы не попасть в руки врагов, он выстрелил в бочонок с порохом, подорвав себя и еще 300 человек. Российское командование надеялось, что эти перемены приведут к заключению мира, но надежды не оправдались. Не помогло и вмешательство Наполеона, который пытался выступить посредником на переговорах между Россией и Турцией. Спровоцировать войну куда проще, чем положить ей конец. Командовать молдавской армией назначили престарелого фельдмаршала Прозоровского, которому исполнилось 75 лет. За 1,5 года армия не сделала ни одного выстрела. Но Иван Паскевич не сидел без дела. На нем лежала ответственность за обеспечение огромной армии провиантом. Кроме того, князь Прозоровский дважды отправлял штабс-капитана в Константинополь с дипломатическими поручениями. В феврале 1809 года Паскевич уже носил звание капитана. Прозоровский в третий раз направил его в османскую столицу. В Черном море бушевали штормы, но это не остановило молодого офицера. Задержек в пути быть не могло. Паскевич спешил вручить султану ультиматум русского командования. Ультиматум требовал присоединения к Российской империи Молдавии, Валахии и Бессарабии, установления границы по Дунаю, автономию Сербии.
Константинополь должен был отказаться от претензий на Абхазию и признать переход под российскую власть ряда грузинских областей. Ответ предлагалось дать в течение 48 часов. Принять эти условия Махмуд II отказался, и война возобновилась. Войска Милорадовича выбили турок из предместья Журжи, но снова не сумели взять крепость. Турецкие подкрепления уже готовились перейти через Дунай и идти на помощь осажденным. Штурм Журжи опять отложили. Прозоровский повел войска на крепость Браилов. Был разработан план штурма, в котором, казалось, учли каждую мелочь. Лишь старый генерал Кутузов, который командовал одним из корпусов молдавской армии, предлагал не торопиться. Голенищев, Кутузов, Михаил Илларионович. В 1809 году генерал от инфантерии. Позже генерал-фельдмаршал. Участник многих походов в армиях Румянцева и Суворова. Командовал русскими войсками в ряде военных кампаний. Главнокомандующий русской армией в Отечественной войне 12 года. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. Знаменитый полководец оказался прав. Едва начался штурм, в темноте возникла неразбериха. Лишь одному полку удалось прорваться к стенам крепости. Солдаты ждали, что вот-вот придет поддержка. Но вместо этого свои же, русские, по ошибке обрушили на них град пуль. Штурм провалился. Старый князь Прозоровский вытирал слезы. Но Кутузов сказал ему: «Не такие беды бывали со мной. Я проиграл Аустерлицкое сражение, решавшее участь Европы, да не плакал». Русские войска отступили от Браилова. Кутузов так и не смог найти общего языка с главнокомандующим. По просьбе Прозоровского император удалил Михаила Илларионовича из армии. Но Кутузову еще предстояло вернуться на эту войну. Во время Браиловского штурма Иван Паскевич получил ранение в голову. 2 месяца он провел в госпитале, а затем вернулся в строй. Он уже дослужился до полковника, но до сих пор так и не стал участником ни одной громкой победы. Русскую армию преследовали неудачи. Вскоре его настигло еще одно печальное известие. Старый фельдмаршал Прозоровский лежал при смерти. Он пригласил полковника, чтобы вручить ему орден Святой Анны, награду за Браилов. Затем князь попрощался со своим штабом и к вечеру скончался. Армию принял генерал Петр Багратион. Совсем недавно он воевал в Финляндии и способствовал успешному завершению русско-шведской войны. Багратион Петр Иванович. Потомок грузинского царского рода. Военную карьеру начал рядовым. За 17 лет прошел все ступени службы вплоть до генерала от инфантерии. Участник итальянского и швейцарского походов Суворова и Отечественной войны 1812 года. Смертельно ранен в Бородинском сражении. С прибытием легендарного командующего солдаты и офицеры приободрились. Теперь дело пойдет веселее. Багратион отправил генерала Засса осаждать Измаил. Сам же повел войска на Дунай. Он переправился на правый берег реки, занял несколько турецких крепостей и двинулся дальше. В это же время Дунай форсировал и противник. Великий визирь Кёр Юсуф Зияуддин Паша повел свою армию к Бухаресту. Турецкая разведка доносила: русские страдают от лихорадки, болен и их командир генерал Ланжерон. Однако недуг не помешал будущему градоначальнику Одессы возглавить сражение. Ланжерон встал на пути армии визиря и разбил его авангард. Бухарест был спасен уже в третий раз. Спустя несколько дней Багратион разбил 12-тысячный неприятельский корпус у деревни Рассеват.
Русским достались 30 знамен и 14 орудий. 1000 турок была взята в плен. Еще 4000 они потеряли убитыми и ранеными. За это сражение Александр I удостоил князя орденом Андрея Первозванного, высшей награды империи. Следующей целью Багратиона стала мощная крепость Силистрия, важный пункт на пути к Стамбулу. Когда князь подошел к ее стенам, ему доставили донесение от генерала Засса. Тот сообщал о том, что русские войска взяли Измаил. Казалось, что дело наконец идет к победе. Но блокада Силистрии растянулась на месяц. Турки не сдавались, ожидая прихода подкрепления во главе с великим визирем. Вскоре появился турецкий авангард. Русская кавалерия отбила атаку. Но к крепости уже приближались основные силы турок. Они дошли до деревни Татарица и построили в степи настоящую земляную крепость. Багратион, уверенный в победе, двинулся навстречу противнику. Но в тот день удача изменила ему. Турецкие силы намного превосходили по численности. Часть русских войск под командованием Паскевича попала в окружение. Несколько часов тот отбивался от кавалерийских атак, пока сумел вывести своих солдат из вражеского кольца. После сражения обе стороны остались на прежних позициях. Бомбардировка Силистрии продолжалась еще несколько дней, но успеха не принесла. Идти на штурм Багратион не решился. Турецкий корпус в любой момент мог атаковать русских в спину. Князь распорядился снять осаду и отступить от крепости. Александр I надеялся, что Багратион серией молниеносных ударов поставит Турцию на колени. Но генерал считал, что от него требуют невозможного. Не так уж много сил он имел под командой. В порыве обиды он заявил, что готов уйти в отставку. Император не стал возражать. Молдавскую армию возглавил еще один герой русско-шведской войны – генерал Николай Каменский. Каменский Николай Михайлович. Уже в 22-летнем возрасте произведен в генерал-майоры. Участвовал в швейцарском походе Суворова, отличился в сражениях на перевале Сен-Готтард и на Чертовом мосту. Сражался с Наполеоном в Австрии и Пруссии. Во время войны со Швецией одержал ряд крупных побед, фактически переломив ход боевых действий. К 1810 году Каменский стал едва ли не самым прославленным русским полководцем. Несмотря на подписанный мир, отношения с наполеоновской Францией становились все более напряженными. Александр I понимал, в случае войны с Наполеоном тот будет изо всех сил подталкивать к войне и Турцию. России придется сражаться на два фронта, и устоять будет очень непросто. А потому турок нужно вывести из войны до начала новой битвы с Бонапартом. Энергичный граф Каменский подходил для этого как никто другой. Его первые действия подтверждали самые смелые ожидания. В мае 1810 года молдавская армия совершила новый переход через Дунай. Были взяты Туртукай, Разград. 11 июня пала Силистрия. Главные силы русских двинулись на крепость Шумла. У ее стен Каменский отдал приказ, который заканчивался словами: «Послезавтра, несмотря ни на какие препоны, Шумла должна быть взята, и вероломное войско великого визиря истреблено». Недавние успехи вскружили голову генералу. Назначенный им штурм был отбит с большими потерями. Но Каменский не отчаялся. Он поручил своему брату Сергею Михайловичу наблюдение за Шумлой. Сам же двинулся к другой крепости – Рущуку. Командующему не терпелось одержать крупную победу. Он приказал готовиться к приступу, но недооценил противника. Турки позволили передовым русским частям забраться на вал, а затем оттеснили их в ров перед крепостью. Каменский вводил новые резервы. Все было бесполезно. Русская армия потеряла убитыми и ранеными более 360 офицеров и около 8 тысяч солдат.
После провала атаки Каменский обрушился с обвинениями на своих солдат. Прошло несколько дней, прежде чем он согласился признать собственную вину. Тем временем положение русских могло обернуться полной катастрофой. К туркам шли многотысячные подкрепления, и их численный перевес становился гигантским. Каменский не стал дожидаться, пока враг объединит силы, и атаковал сам. Сражение у болгарского села Батин началось в 8 утра. Русская пехота двинулась несколькими колоннами и вскоре захватила вражеские батареи. Новые атаки не принесли успеха. Турки удержали позиции. К полудню многим казалось, что битва проиграна. Каменский ввел в дело резервы. Во главе одного из полков вперед двинулся и Паскевич. Возле неприятельских позиций Паскевич оглянулся. Его полк остался в одиночестве. Остальные не выдержали турецкого огня и отступили. Все могло окончиться очень скверно. Но тут на турок с тыла ударила русская кавалерия. И Паскевич повел солдат вперед. Русские ворвались в турецкие укрепления и бросились на врага в штыковую. Турецкий командующий Кушакчи Паша погиб в рукопашной схватке. В полночь турки прислали парламентера и с рассветом сложили оружие. Для Османской империи это была военная катастрофа. Перестала существовать целая армия. После победы под Батином, самой крупной с начала войны, Паскевич был произведен в генерал-майоры и получил орден Святого Георгия III степени. Великий визирь предпочел не испытывать судьбу и остался со своей армией в Шумле. Вскоре русским сдались Журжа и Рущук. Каменский двинулся вверх по Дунаю. Без боя открыл ворота Никополь. Под контролем русских оказались оба дунайских берега и вся северная Болгария. Многие мечтали перейти через Балканы и закончить войну у стен Стамбула. Но приближалась зима. Армия была обескровлена. Каменский отвел основные силы за Дунай. Кампания 1810 года так и не привела к полной победе. А в новом году отношения России и Франции обострились до предела. 5 из 9 дивизий Каменского были переброшены для защиты западных рубежей. Оставшиеся 4 дивизии держали оборону против турок. Но Каменский видел единственный способ вынудить Турцию к принятию русских условий мира – нанести им сокрушительный разгром. В феврале 1811 года, не дожидаясь весны, он двинулся на Балканы и взял приступом болгарскую крепость Ловча. Эта победа оказалась для Николая Каменского последней. Он уже давно был болен лихорадкой, а теперь болезнь буквально свалила генерала с ног. Получив отставку, молодой генерал уехал в Одессу, где и скончался 4 мая того же года в зените славы. Именно тогда в молдавскую армию возвратился Михаил Илларионович Кутузов, теперь уже в качестве главнокомандующего. Умудренный опытом полководец решил, как он выразился, держаться скромного поведения. В условиях нехватки сил и ресурсов другого варианта у него просто не было. Идею похода через Балканы Кутузов отверг как очевидную авантюру. Вместо этого он разработал многоходовый план. В нем был элемент риска, но главнокомандующий сделал ставку на свое знакомство с противником. Участник суворовского штурма Измаила знал турок как никто. Чтобы выманить главные силы Ахмед-паши, Кутузов двинул свое 20-тысячное войско к Рущуку. Первая часть плана сработала. Ахмед-паша клюнул на приманку и принял сражение. Русские значительно уступали туркам по численности, но Кутузов умело использовал огневые средства и нанес врагу большие потери. Турецкое войско отступило к укрепленному лагерю.
Многие ожидали, что Кутузов продолжит преследование. Но генерал поступил самым неожиданным образом. Он вывел из Рущука русский гарнизон и всех жителей, взорвал укрепления и сжег дома, после чего вернулся на левый берег Дуная. Вскоре Ахмед-паша занял руины Рущука и объявил о своей победе. Именно на это и рассчитывал Кутузов. Противник потерял бдительность. Через месяц турки начали переправу через Дунай, чтобы довершить триумф. Переправившись на левый берег, великий визирь приказал укреплять позиции. Часть войск со всей артиллерией Ахмед-паша переправлять не стал. Она должна была поддерживать турецкую армию с высокого правого берега. Посмотреть на несметные силы неприятеля приехал сам Кутузов. Увидел и остался доволен. «Пусть переправляются, только перешло бы их на наш берег поболее», — сказал он. Главнокомандующий полагал, что турки будут ждать атаки русских, и в третий раз оказался прав. Ахмед-паша упустил свой единственный шанс — напасть на Кутузова, который располагал ничтожными силами. Дальнейшие события разворачивались стремительно. В ночь с 13 на 14 октября 1811 года отряд генерала Маркова незаметно перешел Дунай и нанес внезапный удар по той части Османской империи, которая оставалась на правом берегу. Разгром был полным. Русские захватили всю турецкую артиллерию и заняли неприятельские позиции. Тем временем Кутузов на левом берегу окружил стан Ахмед-паши. Визирь оказался в ловушке. При попытке атаковать русских, турки подверглись бы обстрелу собственной же артиллерии. Шли недели. В турецком лагере начался голод. Когда турки доели последних лошадей и начали питаться травой, Кутузов распорядился послать в их лагерь немного провизии. Он мог уничтожить обессилевших турок одними пушками. Но у Кутузова был другой план. Османское войско он собирался использовать в качестве залога на переговорах о заключении мира. Рискованный план русского полководца полностью себя оправдал. Известие о разгроме османской армии застало генерал-майора Паскевича в Киеве. Он получил приказ сформировать Орловский пехотный полк и теперь отдавал все силы обучению своих солдат и офицеров. Долгую войну с Турцией завершали другие военачальники. Но сам Паскевич мог честно сказать себе, что внес немалый вклад в эту победу. Мирные переговоры шли тяжело. Турецкие представители понимали, что время работает не в пользу русских, и отказывались идти на уступки. Однако Кутузов проявил себя не только искусным полководцем, но и дипломатом. Он отказался от жестких территориальных претензий. Наконец, 28 мая 1812 года Российская и Османская империи заключили в Бухаресте мирный договор. От имени русского императора подпись под документом поставил Кутузов. Османская империя уступала России Бессарабию, восточную часть Молдавского княжества. Россия возвращала Турции Анапу, Поти и Ахалкалаки, но оставляла за собой Сухуми и другие пункты на побережье Черного моря, жители которых добровольно перешли в русское подданство. Турки гарантировали привилегии дунайских княжеств и обеспечивали внутреннее самоуправление Сербии. Александр I ратифицировал мирный договор 11 июня 1812 года. А через день армия Наполеона перешла Неман. Началась Отечественная война. Французский император ждал, что со дня на день начнется наступление турецких войск, и Россия окажется меж двух огней. Его войска уже шли к Москве, когда Наполеону сообщили новость, приведшую императора в ярость. Турция подписала с Россией мирный договор. 6 лет войны России с Османской империей положили конец надеждам французов на помощь с юга. Пройдет немного времени, и победитель турок Михаил Илларионович Кутузов станет во главе русской армии.
генерал Паскевич во главе дивизии пройдет все основные сражения Великой войны 12-го года. А когда остатки наполеоновской армии будут бежать к Березине, с юга по французам ударят и войска молдавской армии, его товарищи по оружию. В начале турецкой кампании молодой поручик не мог даже предположить, что его военная карьера будет отмечена почестями, которых не получал ни один русский военачальник. Ни до, ни после него. Генерал-фельдмаршал, единственный полный кавалер двух орденов – Святого Георгия и Святого Владимира. Обладатель самой большой в истории России денежной награды в 1 миллион рублей. Высочайшим повелением он будет удостоен права на воинские почести, определенные только императору. А свой первый бой будущий генерал-фельдмаршал принял в той самой войне с Турцией, исход которой во многом решал будущее всей России.